Гул как сокол. Так говорят о человеке, который очень беден. Казалось бы, при чем здесь птица? На самом деле ни при чем. Сокол – это старинное стенобитное орудие. То же самое, что и таран. Чтобы разбить неприятельские ворота, люди брали бревно с железным наконечником или здоровенный чугунный брус, подвешивали его на железных цепях и раскачивали. Под тяжестью приспособления могли сломаться не только ворота, но и крепостные стены. А голый он не потому, что без одежды, а потому что бревно перед использованием зачищали от веточек и полировали до гладкости. Никому ведь не хотелось, тараня неприятельскую стену, поймать занозу или поцарапаться об острый сучок. Милота, годнота и просто классный контент. Подписывайся на Ньюм.